Взрыв прогремел в 21:00 вечера. От ударной волны в домах задребезжали окна и двери. У оставленных на улице авто сработала сигнализация. ЧП произошло в одном из заброшенных зданий на территории бывшей фабрики «Олимп». Раньше здесь располагалось предприятие «Полимер». Где-то производство уже не идет с 2010 года. Раньше занимались литьем полимерных изделий. Значит, в настоящее время бригада занимается очисткой внутри здания, то есть вывоз мусора всего. Значит, предварительно производили подогрев праймера для кровельных работ. Значит, не до конца выключили горелку для розжига. Газ и послужил причиной взрыва. В момент, когда произошло ЧП, людей в здании уже не было. В помещении выбиты стекла и двери. На место происшествия оперативно выехала служба пожаротушения. Около 20:50 диспетчеру ДДС-01 поступило сообщение о взрыве в производственном здании по адресу Алтайская, 59. Были направлены подразделения в количестве 4 автоцистерн. По прибытию в ходе разведки было установлено, что произошел взрыв внутри помещения. Возгорание в помещении отсутствует. Пострадавших в результате взрыва нет. Татьяна Елисеева, Виталий Немов. Наше время.